Киеве состоялся третий финальный тур конкурса народной хореографии имени Павла Вирского. Конкурс проводится раз в 3 года. Первые 2 тура проходят в регионах, третий заключительный в Киеве. Конкурс Вирского – это единственный всеукраинский конкурс народной хореографии на Украине, который проводит Министерство культуры Украины совместно с Национальным хореографическим союзом Украины. В этом году он проходит раз в 3 года, и в этом году, 9 и 10 октября, прошли заключительный, третий тур заключительный и гала-концерт в Киевской национальной опере. От Одесской области в финале выступило 9 команд, из которых 5 представляли город Одессу. Наши коллективы прекрасно проявили себя на отборочных этапах, с гордостью рассказывает Ефим Коган. Я хочу сказать, что мы очень, наше отделение, Одесское отделение Национального хореографического союза Украины, очень доволен, что больше всего коллективов, которые получили путевку в третий тур, финальный тур, это было от Одесской области. У нас прошли 12 коллективов. Очень жаль, что, к сожалению, в Киев могли выехать только 9 коллективов, но тем не менее это тоже очень большой успех. В последнем туре за приз боролись 103 команды со всей Украины. В число победителей вошли и 2 одесских коллектива – ансамбли детства и Сакартвела. Хвалили Одесскую область, и мы достойно представили наш регион на конкурсе Вирского. Это очень для нас почетно. Павел Вирский – это великий хореограф, балетмейстер, и то, что он одессит. И вот мы недавно открывали прошлый праздник города, открывали звезду Павлу Вирскому, то это для нас вообще очень почетно. Отпраздновать победу и снова в бой. Одесские танцоры не прекращают тренироваться и уже готовятся покорять новые конкурсы и надеются принести родному городу новые победы.